можешь салюты туда? Да ну нахуй, я не умею. Друзья, новогоднее настроение на уровне, но есть пару человек, которые выражают новогодние эмоции по-своему. Мы находимся в одном из самых популярных мест города, это сочинское казино. Данил, но ведь казино запретили. Да, именно поэтому у этого казино нету стен. Это единственное казино в мире, в котором играют не на деньги, а на приседания. Здорово! Здорово! Давай, давай. Супер удар. Накормил, накормил я тебя. Давай приседай. Считай, считай. Давай. Нормально приседай. Так таван не приму, нормально приседай. Что ты как малолетка на приседание карты играешь? Давай на деньги играть, слушай. Ты сам сказал на приседание. Какие приседания? Давай на миллион играть. У меня миллион постоянно в кармане лежит дома. Братан, я богатый человек. Я когда сникерс кушаю, его не доедают, так выкидываю. Когда ты сникерс не доедал? Постоянно, братан. Тебя на свадьбе не приглашают, потому что ты столы, блядь, пылесосишь, ёбаный. Когда такое было, блядь? Иди сюда. Что? Иди сюда. Мразота, я эту тёлку засадить хотел, ты понял? Из-за тебя почти её засадил, ты мне всё обламываешь постоянно. Иди скажи ей, что у меня есть миллион, иди скажи. Скажи ей, что у меня... Миллион нет. Миллион у меня есть. Говори ей. Он сникерс не дай. Парни, она ваша, отвечаю. Все, я понял, если тёлки пройдут, мы играем на миллион рублей. Ну якобы, братан. Давай, раздавай. Как только я заебался приседать, отвечай, ноги болят. Братан, давай на бабки играть, если приседать не можешь. Давай на полтинник, братан, на стол ставь. Давай. Давай. Давай, братан. Это, блядь, на петарды было. Ты же говорил, у тебя нет денег. А это на петарды мать дала, ну чё ты орёшь, блядь? Без разницы, братан. Хуйня, блядь, если что, братан, аккумулятор возьму, блядь, сурик серебрянку смешал, бомбочки сделал, ёпта. Блядь, главное выиграть деньги на изоленту, чтобы... Давай, раздавай карты, возьми, раздавай. Всё, раздаю, знаю. Каха! Блядь, вот это игра! Да что, ма? Каха, хлеб купи! Да подожди, деньги в игре! Отыграю, куплю! Заебало. Хорошо, только одной иглой два раза не ширяйтесь. Да хорошо, хорошо, говорю, угомонись, все. Закрой окно, сиди, хаш там вари у себя. Давай, раздавай, на таван играем, все, братан. Сейчас, братан, сейчас. Давай. А что такое таван? Ты что, не знаешь, что такое таван? Ты что? Ты с какой планеты? Не знаю, что такое таван. Погоду, блядь, вообще в школе не учился. Братан, таван это карточный долг. Слушай меня внимательно. Если, допустим, до 12 ты таван не сдаешь, ты автоматически становишься фуфлыжником. Прикинь, братан. А если я вообще в карты ни разу не играл и таван не проигрывал? Карты не играл, таван не знаешь, слушай меня, мой зовут. Давай иди отсюда, давай, иди, братцы. Девочка, иди отсюда. Иди, брат, иди. Пока, серьезно. Пойди, ты мороженое похавать. Чупа-чупси пососи. Мы серьезные люди, в карты играем на таван, так что давайте, нам не надо сюда. Каждый день по лезвию уходим. А ну давай. Четыре черви. Вот король, братан, и сверху лови джокер, ёпта, джокер, братан. Блядь, проиграл, опять проиграл, братан. Ну, Каха, ты мне проиграл 20 раз по 50 раз, это итоге получается... Тысячу. Братцы, я проиграл до 12, таван сдать должен, братан, по-любому. До 12. На ровном месте встрял, братан, я фуфло двигать не собираюсь, я, братан, говорил Махани, не давай мне деньги на руки, братан. Я же игровой, обо мне он, надо было мне. Он играть. Тебе должен отдать? Конечно, я помню. Ну а чё вы паритесь, просто договоритесь, чтобы не отдавать друг другу, вы же друзья. Ты чё несёшь, ты чё гонишь, что ли, таван это святой, его нельзя договориться, ты чё, братан? Да никто ж не знает, чё вы паритесь. Мы знаем этого достаточно, ты чё? В общем, как ты проиграл в карты деньги Сережки, да?
До 12 тебе нужно сдать талант. А денег нет, похоже. Нету. А он твой близкий, да, Сереж? Да, да, конечно. В общем, расклад такой. Если ты, Каха, не дай бог, до 12 не сдашь талант, то ты станешь фуфлыжником. Я не фуфлыжник, я фуфлыжником не стану. Сережка, а если ты не поможешь ему найти бабки, то какой тогда ты ему близкий? Ты приспособленец. Я не приспособленец. Каха, ну, опять я из-за тебя в хуйню попал. Чего ты проиграл? Решайте вопрос. Господи, я отвечаю, меня кто-то сглазил. Я отвечаю, меня нормальный кто-то сглазил. Решайте. Сглазил. Больше соседям лицо свое показывай. Мудрый старсанул будешь? Да, да, я сейчас поплаваю. Плавать будешь? Да, да, у меня с утра же йога была, сейчас плаваю. Что за йога? Кундалини. Давай, мы пошли, музыка. Давай. Каха, Каха, Серга, стойте. Декабрь месяц на улице. Куда никогда в карты не проигрывал, ну, братан. Успокойся, сейчас найду и все сделаем. Конечно, братан. Найдешь ты мой близкий. Здесь и нет. Должен меня выручить, иначе да, приспособленцем вот будешь, братан. На, блядь, на это возьми. Это что, братан? Блядь, не спрашивай, Каха, давай одевай. Блядский мешок, а? То зачем нам костюм Дед Мороза? Каха, зачем? Как Дед Мороз и Снегурочка, а братан на Новый год конкретные бабки зарабатывают. Ты чё? Ты чё, придурок? Ты думаешь, что базаришь? Ты что, не знаешь, каким жизнем я живу, братан? Мне работать неприемлемо, братцы. Как это не работа, это афера, братан. Мы аферисты. Как Тони Монтане. Да, да, даже лучше, блядь. Чё, как Алла Пугачёва, братан. И думаешь, что базаришь? Алла Пугачёва разве аферистка? Абонет, ёпта. Всю страну наебала, когда сказала, что сестра ты уйдёт, до сих пор её по телевизору показывают. Давай, братан, все бабки наши. Я ее дочь обманный, братан. Я ее дочка сыграю. Спой это, я назову планету. Давай, братан, пойдем в кенцак, братан. О, кенцак, братан, кенцакерский, братан. Каха, я тебе говорю, братан, это верняк, отвечаю. Люди на Новый год ради детей бабки вот так вот ширяют. Братан, честно скажу, я бы этот костюм никогда в жизни не одел. Просто понял, таван сдать надо, поэтому, я тоже не хочу быть приспособленцем, понял? Сейчас я пасу подойду. Давай, не бей. Понял, оператор, прикинь, вот такой вот мешок шмаль иметь, понял, на Новый год. С кайфом, на курица, братан. Это, блядь, если... Что? Тормози, вы что делаете, я понять, ты что делаете, а? Подержи очки, братан, ты что делаешь? Ты вообще с кем лежишься в центре города, ё-моё? Здесь маленькие дети, наши младшие ходят, фу, как мерзости, целуются. Не дай бог, моя сестричка здесь проходила, ебальник бы вам сломал. Или не дай бог, моя мама. А ну встань, когда с тобой разговариваю. Иди сюда, когда с тобой разговариваю. Встань, говори сюда. Не бойся, Витя. Да успокойся. Что такое, а? Охуел лизаться. Стойте, да что вы делаете? Да подождите. Да что вы делаете? Лежите, стёлка, выключи. Да подожди, да выключил, выключил. Нехуй лизаться при людях. Эти, блядь, порно пускай дома устраивают. Братан, что он тебе сказал? Братан, прикинь, они лизались, представляешь? Да ну нахуй, да. Я стою, вижу, что там никто. Снимаешь? Да, снимаю. Точно снимаешь? Да точно снимаю. Смотри, это я синяк ему поставил. Это я поставил, я! Я поставил, смотри. Я свой удар знаю, что ты рассказываешь. Чепушила, давай в камеру, как я тебя учил, чтоб все люди слышали. Я больше никогда не буду целоваться. Громче тебе говорю, я говори. Я больше никогда в жизни не буду целоваться. Все, блядь. Свободен, блядь, нахуй. Видела, это твой лох, лох. Успокойтесь, как животные. Моя сладкая. Ты видел, это Лидочка моя? Конечно. Да пойдемте уже, что вы делаете? Да тормозите,
Что ты на нее виды имеешь? Да не имею никаких видов. Церковь, братан, пойдем. Да у нее парень есть, оставьте. Нам просто таван до 12 сдать нужно, так бы вас тут разнесли. Конечно, Лидочка, мы извини, просто задаем карточные моменты, Серёжка идёт. Короче, таван сдадим, если бабки останутся, я тебе лифчик куплю, отвечаю. А ты давай, чепушила, на, грызи, ещё раз подойдёшь, понял? Грызи, блин. Серго, пойдём, пойдём. Пойдём, пойдём-ка. Ты видел, как моя у неё сиська, братан? И что? А? Дверь грязная, братан. Так и будем стоять? Давай стучи. Стучи, говорю, мразота. Я не стучу, чтоб стучать. Ты мой я должен меня вытащить из ситуации, иначе приспособленцем будешь. Давай. Каха, я не стукач, братан. Твой рот ебал, чтоб я еще раз на дело с тобой пошел. Сейчас. Здрасте! Деда Мороза заказывали? Конечно, заказывали! Заходите, пить будете? Конечно, будем. Абонент тебе в рот будем смотреть, как ты будешь бухать, а мы пить не будем. Конечно! Как ты разговариваешь? Ты ко мне домой зашел, ты... Пойдем, сэр, я его вырубил. Я видел, Каха! Каха, вот сюда, по-любому надо заходить. Здесь настроение у них новогоднее. Посмотри. Наверное, нету никого. Пойдемте. Откройте, ёб вашу мать. Дед Мороз пришел. И Снегурочка. Настоящие. Открыто. Кто-то есть там? Есть кто? Хозяева? Да нету никого. Пойдемте. Пойдемте, да. Какой пойдем? Рыбацкий, вот фартануло, братан. Спасибо тебе, Господи. Вынеси. Вы что, не трогайте что-то по рукам. Ни хрена себе, Данил, посмотри. Опа. Это Каха! Каха! Каха, пацаны! Там форма полицейская лежит, Каха! Конкретно, братан, слушай! Каха, говорю, форма там полицейская лежит, здесь походу мент. Ты кого пугаешь, братан, я пуганный! Смотри, сколько здесь техники, братан, я пау, боже, спасибо тебе за этот благословенный день, братан! Серго, братан! Серго! Какая доля воровская, вся жизнь... Ты хули делаешь, долбоёба кусок? Сам ты, долбоёб, какая я посуду хочу спиздить, блядь! Сервис грязный, хуй кто купит, ёпта! Братан, в этой хате столько техники! Смотри, карманный компьютер нашёл, братан! Серго! Да это айфон, блин! Серго! Его отследят! Я карманный айфон нашёл, да, компьютер! Нахуй, братан! Ты чё там делаешь, говорю тебе? Бля, чё ты мешаешь, я проиграю? Как маленький ребёнок компьютерные игры играешь, это фантастика, слушай. Каха, я в детстве не имел, а что буду делать? Давай, братан, говорю, хату граб, чтобы я тебя ещё раз на дело взял, слушай. Хорошо, сейчас фаталити сделаем. Как маленький ребёнок, Серго, отключаю. Братан, смотри, это мы уже отложили, понял? Это ноутбук наш, это все он собирал. Сумку, куда вы будете девать? Сюда вещи ставят. Ты хуля тут делаешь, мы эту хату? Что такое вообще? Каха, иди сюда! Ты кто вы? Ты чё, остановитесь! Кто? Бля, это хозяин. Ни хрена себе. Пойдём, Каха, пойдём. Ты уходи, что? Это не по понятию. Он не грабитель, это хозяин. Кого-то Новый год, а кто-то по уши в долгах, братан. О чем ты говоришь, Каха? Люди пиздец какие завистливые стали. Говори. Стоять! Так, вы двое, стоять, я сказал! Устаря! Ребят, Каха, остановись! Руки убери, руки отдай!
Руки от меня убери. Садись. Без тебя знаю, что мне делать. Сел давай. Не надо указывать. Так ты что стоишь? Сел, говорю я тебе. Что? За стула нету. Садись, говорю. Вы идиоты, вы знаете, в чью вы хату залезли? Майора Сычева знаете? Да ладно, это майор был? Как, а я думаю, откуда там икра? Ты хорош, говорю, блядь. Вы нахрена в его хату залезли? Да вам мне сдать нужно до 12 было. Он мне проиграл, ёпта. Серьезная дело. Да ладно, вы что, таван у тебя что ли? Конечно. Ты о чем вы раньше молчали, короче? Да идите, давайте, у вас ты что, для время до 12 осталось. Я просто иди. Так хату что ли вы нашли, да. Что ли? А ориентировка твоя? Да ебал эту ориентировку, идите, блядь, таван это самое главное. Нас идите. Не примут? Да нет, в рот выебу, если кто-то примет. Это все твои беспонтовые движения, Абасов. Ни копейки денег до сих пор не заработали. Сколько время? 11. Каха, тебе час за пустыжника осталось? Хуля ты вечно прикалываешься, блядь? Что ты вечно прикалываешься, а? Это не смешно, проблему сердцем прими, заебал ты уже меня. Ты меня уже заебал, от того рот ебал, братан. Я тебя ебну, блядь, буду, я тебя ебну, братан. Охуеть можно, это из-за тебя я встрял. Что? Из-за тебя, братан, ты же знаешь, я игровой и специально меня потянул карты играть, того рот ебал. Я его маму ебал, братан. Какого хуя я, братан, виноват? Ты, блядь, полтинник достал, кинул, сказал, давай на интерес играть. Ты, вот два живых свидетеля стоят. Ты сказал, братан. Братан, если б такая ситуация тебя касалась бы, я бы просто так, братан, не стоял бы. Я бы за тебя жопу порвал, а ты нихуя не сделал. Ты мне какой тогда близкий? Ты чистый приспособленец! Что? Чистый приспособленец! Ты нормально разговариваешь! Кого ты, клянусь матери, неприятные вещи говоришь? Я все в цвет говорю, я того рот ебал. Все, что касаемо твоей чести, братик, за моей спиной, братан, за вот этой спиной, не тронутым лежи! Братан, ты сказал, я тебя выслушал, имей уважение, выслушай меня, братан! Говори, братан! Братан, говори. Слушай, братан! Смотри, как было, братан, по факту! Я выхожу фуфлыжником, а не ты, по факту, братан! Бог мне судья, братан! Бог мне судья, братан! Если б тебя ситуация касалась, я бы не допустил бы, чтоб ты стал приспособленцем или фуфлыжником. У меня, братан, грамм сомнений с этой стороны не имею. Но ты чистый приспособленец, не надо мне сейчас уходить за одним. Пока мы с детства за одним столом выросли, с одной тарелки хавали, вместе шмаль курили. И это мне обидно, братан. Ты сейчас меня приспособленцем называешь? Да. Ты слышишь, ты вообще кто? Ты бесцветный фуфлыжник. Мне будешь что-то говорить? Да, я буду, да? Тебе, да! Ты кого попустишь? Да. Ты кого? Меня! Каха! Каха, что ты делаешь? Зота, ты кого попустником назвал? Все, успокойся. Нет, до попустника еще час времени есть порядочной. Ты пиздец как изменился, братан. Ты пиздец как изменился. Между нами были раньше разногласия, братан, но до телесных недомоганий никогда не доходило, братан. Сегодняшним днем ты просто так легко берешь и рукоприкладствуешь, ебаный в рот. Ты, братан... Бля, ты мурчишь, я понять не могу. Что? Ты забыл, кто тебя в этой жизни поднял, а? Мне все понятно. Кто тебя в этой жизни поднял, а? Кто из себя человека сделал? Кто тебе первый раз шмаль покурить дал, а? Хуля ты голову опустил, а? Стыдно, не по кайфу, да? Не по кайфу стало? Кто женщине голову держал, когда ты первый раз в рот давал, а? Кто ей голову держал? Кто? Хуля ты молчишь, а? Кто тебе хинкали первый раз дал попробовать? Сейчас бы ходил, роллы кушал, как педораст. Кто из-под твоих ног скейт вытащил, а? Кто, блядь, скейт вытащил из-под твоих ног, мразота, а? Ходил в библиотеке, сидел, книжки читал, как долбоёб.
Вытащил тебя я, поднял, жизнь показал, блядь. Сука, блядь. Нервов, блядь. Ты куда? Как? Ты куда? Нормально, Сэм? Нормально. Сколько времени? 11:10. Кака! Вы что здесь делаете? Кака! Привет, музыка! До конца твоей порядочной жизни при таком раскладе осталось 2 минуты. Я знаю, брат. Ты же понимаешь, что при таком имени... Ты что, топиться собрался? С тобой никто не будет общаться. Дебил, да? В порядочных кругах вас от тебя никогда уже уважения не будет, понимаешь? Да, брат, да. Видишь, знаю, до чего, брат, вы доводите? Говорю вам, не играйте на потом, не играйте. Что вы делаете? Я с ума схожу сейчас. Я рядом с тобой здесь утоплюсь, а тебе клянусь, брат. Сколько времени осталось, музыка? 40 секунд. Каха, да не делай этого! Я лучше утону, чем буду таким вот жизнем буду жить непорядочным! Выкинь, я тебя прошу, выкинь! Я уйду порядочным! Выкинь, я тебе говорю, сейчас все нормально будет! Я же не просто так сейчас тут с тобой нахожусь! Нептун сейчас сюда подплывет решить наши вопросы! Понимаешь? Нептун, брат! Сколько времени там музыка? 15 секунд! Каха, я нашел! Серго, бежи, постой. Стой, братан, стой, я бабки нашел. Давай, братан, бежи. 10 секунд. На, 10 секунд. Давай. На, таван сдан. Таван принят. Таван. С Новым годом. Братан, я всегда долги вовремя отдаю, я никогда долги, понял, за спиной не имею. Пойдем, музыка, братан, я всегда долги отдаю. Ты что, я порядочным жизнь. Да, братан, все, это пиздец, какой тяжелый день. Ты где бабки взял? В банке приколов, братан, только как я не говори, а то под поезд прыгнет, блядь. Он что, реально спрыгнул бы в море? Конечно, братан, это серьезная тема, ты что? Да нельзя так воспринимать. Почему настолько серьезно все? Я не знаю, братан, я сам там не пришить пизды рукав, ёпта. Я, честно говоря, пока изучаю, братан. Пойдемте ко мне отметим. Пойдем. Пойдем? Есть, да. хавать. Вали, где, ёпта? Ко мне пойдем отметим. Конечно, братан. Обожаю этот город.